Ну что же, добрый день, дамы и господа. На Исфаре команда Исфара уже начала исфарить по-жесткому. Исфара играет против Союза. Это российская премьер-лига АФЛ. Сезон 23-24. Наконец-то восстановились наши замечательные регулярные турниры. По одному горчишнику. Но это, конечно, достаточно весело и интересно. Удар по воротам наносит Исфара, с которыми познакомились мы давным-давно. Не видели их в деле тоже давным-давно. И счет открывает Исфара. Счет открыт. Причем с острейшего угла был этот удар нанесен. Он пока находится в воротах. Петров где-то за его спиной, но вот теперь уходит от ворот. Второй голкипер Союза. Кудрявцев. Вот, может быть, опасно. Какая атака шикарная. Передача с правого края от Кудрявцева на Казаряна. В касание все это получилось. И Казарян очень здорово пробил в Иномов, Турабоев. Пас на левый край. Вот здесь поискать бы варианты. Пас в разрез и удар. Спасает Тропин. Как это сказать? С вспоминанием футболистов. Но нет, проблемы из Фары. Исфара забивает вновь. И это Асим Юлдошев. Номер 7. Он стал автором голевой передачи на Турабоева в моменте с первым забитым голом. Тюкин, который был рядом с эпизодом, может быть, устал, может быть, посчитал, что не надо реагировать. Пас от Андерсона. Классный на Казаряна. Казарян на Кудрявцева. 2-2. Снова счет равный. И снова ничья. Тюкин все еще ходит по полю с раздвинутыми руками. Практически 2 года назад встречались Исфара и Союз. И тогда Союз выиграл один раз. И Исфара сделала то же самое. Один раз выиграл. В общем-то, 10 минут красивого футбола. Плюс 10 минут мы увидим. Еще один шанс у Союза. Да чем угодно. Тут уже футболисты бьют. И Кудрявцев, и Казарян. Союз на 4-й строчке. Несмотря на то, что всего лишь на 1 строчку ниже они. Отрыв Исфары от Союза. 6 баллов. Удар от Кудрявцева. Это опасно тоже было. Кудрявцев. Подача. Но, может быть, даже низом. Скорее розыгрыш. И после этого Владимир Скупейко бьет по воротам. Все ответы на все вопросы даст игра. Маруфов. Удар с правой ноги. Опасный. Тропин забирает в руки. Кудрявцев. Бабаджонов забирает мяч в центре. И начинается вновь поиск вариантов для развития атаки. Но бьет издали Асим Юлдошев. Есть навес. Мяч у Маруфова. Маруфов сам на себя сохранил эпизод и пробил как в дальнюю девятку. Но не точно. Пас в сторону Маруфова. Мелконян забирает мяч Союз. Скупейко ищет варианты и бьет сам из-за пределов штрафной. И забивает голище невероятный. Вот это гол. Вот это да. Такие голы, они просто вот прилетают. Пулотов. Заброс вперед, но... И передача от Арипова на Маруфова не прошла. Контратака от Союза. Казарян. Удар по воротам и забирает Юсупов. Снова Хаджаев. Турабоев. Юлдошев. Есть шанс и возможность. Но удар по воротам прямо в руки Тропина. Турабоев. Можно пробить. Нет, он не бьет. Юлдошев. Пустые ворота. Ну как они классно разыграли. Еще один гол из Фара забивает. 3-3. Счет становится равным. Вновь становится равным. В очередной раз. Но, видимо, ВАР там идет смотреть рефери, потому что... Арипов. Хороший пас на Юлдошева. И удар с фланга в ближний угол, но Тропин без проблем мяч забирает. Так вот, Антон Великий к нам поднялся в операторскую, но ничего там не было. По крайней мере, ничего сверхъестественно серьезного. А вот это уже пенальти. Мяч на точке. Разбег, удар, гол. Очень четко, очень здорово, классно. 4-3. Развел мяч и голкипера по разным сторонам. Владимир Тюкин, как принято говорить. Но все-таки мяч остается у Союза. Тюкин здорово переиграл соперника. Там Бабаджонов и Кудрявцев опять. Это больше треть от всех футболистов, находящихся на поле в составе одной команды.
Тюкин бьет под стенкой, чуть даже мимо стенки, и Маруфов выбивает мяч головой. Начинается контратака из Фары. Это может быть опасно. Арипов сталкивается с Мелконяном. Желтую карточку Авик получит. Предупреждение к чему их соперник. Разбег. Юлдошев пробил прямо в руки Тропину. Тому даже напрягаться не пришлось, чтобы... Снова шанс есть у Исфары. Турабоев. И удар по воротам. И добивание от Маруфова, но оно совсем уж... Турабоев в штрафной площади, Исфара уже с мячом. Прострел. Ну или попытка пробить в ближний угол. Наверное, выслушает пару ласковых в свой адрес. Ну а тут уже подкат от Вартумяна. И тут уже, конечно, желтая карточка Карену. Итак, три игрока в стенке. И Номов удар. Опасно. В какой-то момент даже показалось, что мяч на чужой половине поля. Кудрявцев в штрафной площади. Скупейка. Прокинул одного, а вот по второму попал. Заблокирован удар. Тюкин на подборе. Он бил сегодня уже очень красиво и опасно. И забивал. И Номов позволяет Турабоеву убежать вперед. Сам мяч подбирает, стоя спиной к чужим воротам. Разворачивается и делает пас не точно. И Номов. Ну, был фол от Иномова. Союз с мячом, поэтому атака продолжается. Кудрявцев переигрывает Юсупова. И не бьет, делает пас. А вот удар от Скупейка. Скупейка. Пас хороший на Казаряна. Не исключаю, что мы еще какое-нибудь чудо сейчас увидим. Так, здесь желтая карточка. Конян. Удар и мяч отправляется за лицевую линию. А дальше Исфара никак не смогла нормально разыграть удар от ворот. И Казарян бьет в ближний угол, но забирает Равшан Юсупов. Ну и все. На этом игра заканчивается. 4-3. Союз побеждает. Спасибо командам. У нас впереди еще много игр.